Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы опять готовим на кухне. Сегодня я покажу, как приготовить простой, но очень вкусный бургер у себя дома. Давайте начнем. Итак, что нам понадобится? Булки я возьму уже покупные. Вот такие Бимбо, неплохие, мне нравятся они под бургер. Далее, лист салата, соус кетчинес, горчица, помидор, лук репчатый, огурец соленый, фарш, я сразу прокрутил. Фарш, скажу, 80 на 20, 80 говядины, 20 свинины. Я прокрутил, воды ничего не добавлял. Смотрите, взяли мы на котлету, добавили немножко горчицы сюда, обычный самый. Добавили соли, добавили перца. Тем самым включаем сковородку. Здесь, посмотрите, мы перемешиваем все нашу начинку. И как следует можно отбить нашу котлету. Отбиваем нашу котлету. Если мы ее так отбиваем, чтобы она не разваливалась, была цельная. Как следует, вот так отбили. Далее формуем нашу котлету. Вот такая вот котлетка. Обжарим с двух сторон по минутке до корочки. Доводить будем мы ее в духовке. То есть сейчас я покажу. Положили котлету, накрыли крышечкой, не до конца, чтобы не разбрызгивалось наше масло, не разбрызгивалось. И по минутке с каждой стороны до корочки. Далее я вам покажу. Итак, обжарили по минутке с каждой стороны. Добавляем нашу котлетку на противень. Далее температура 180 градусов. Убираем в духовочку на минут где-то, ну, минут 7. Мажем соусом кетчунес, также нашу котлету. Вот так вот помазали как следует соусом. И убираем до готовности в духовку. Тем самым временем, пока у нас стоит котлета в духовке наш на бургер, достаем наши булочки. Берем вот нашу булочку, аккуратно разрезаем на две части. Именно ножом для хлеба хорошо режется. В сковородку без масла добавляем слегка сахара. И надо сделать наши булочки хрустящими. То есть немножко подпечь, чтобы они были хрустящие, вкусные. Все. Сейчас подпекаем до золотистой корочки. Все достаточно. Вот так вот, чтобы была корочка такая вот хрустящая. И пока котлеты стоят в духовке, начинаем их собирать. Так, это мажем соусом. Добавляем лист салата. Листочки салата добавили. Дальше вот это у нас, это верхушка мы будем закрывать. Это дно. Здесь, смотрите, отрезаем. Пару колечек помидор. Далее соленый огурчик. И пару колечек лучка. Наша котлета готова. Выкладываем аккуратно нашу котлетку соусом. Сверху закрываем наш бургер. Все, наш гамбургер готов.
Гамбургер готов, начинаем его есть. Это просто божественно. Попробуйте по этому рецепту, и вы не пожалеете. Итак, на сегодня все. Всем кому понравилось, как всегда, подписываемся, ставим лайки. Также подписываемся на мой инстаграм, ссылочка будет в описании. Всем пока!